В Баку стартовал чемпионат города по шахматам среди глухонемых. В первый день заявки на участие в нем подали более 20 человек. Организаторы соревнований – Федерация шахмат глухих Азербайджана. По их словам, в стране существует необходимость в проведении подобных мероприятий. Это не только позволяет создать досуг для глухонемых, но и выявить среди них лучших шахматистов, которые в будущем могли бы представить Азербайджан на международных турнирах. Дополнительно бывают такие международные встречи. Они уезжают в соревнования, там чемпионат Европы, чемпионат мира. Там у нас есть один Александр Слепцов, он дважды чемпион мира по шахматам. Один раз в 2008 году завоевал он, а второй раз, последний раз в 2019 году в Казахстане, в городе Алматы, занял первое место, стал чемпионом мира по шахматам. Главное в шахматной игре, говорят организаторы, это четкость мышления и терпеливость. Именно эти качества помогают стать ближе к победе. Кстати, помимо грамот и бесценного опыта, победители покажут свое мастерство на первенстве Азербайджана. И не только. Соревнования по шахматам продлятся 3 дня. По его итогам, лучшие спортсмены получат шанс на участие в чемпионате в Вильнюсе, который состоится в июне этого года. Михрибан Касумова, Руслан Джафаров, АТВ International.